Всем привет! Меня зовут Антон Новгородцев, я из Новосибирска, и я являюсь совладельцем агентства интернет-рекламы What Else. И мы занимаемся рекламой в интернете в основном. То есть это все, что связано с сайтами, трафиком, воронками, конверсиями, все, что связано с упаковкой, все, что связано с этими воронками продаж, да, это все к нам. Начинали мы на самом деле достаточно просто и прозаично. Это был фриланс. Я, как и мои партнеры, начинали делать какие-то простенькие проекты. Потом мы с партнерами нашли друг друга, поняли, что вместе можем стать сильнее, многому научить друг друга. И объединившись, мы, в общем-то, действительно сделали неплохой скачок в нашем развитии. То есть у нас появилось больше клиентов, у нас появилось много сотрудников, да, не без проблем, конечно. Произошла пандемия, это была такая проверка на прочность. Дело в том, что в один момент клиенты забоялись и обрубили полностью рекламные бюджеты и перестали платить за маркетинг, потому что не понимали, что будет дальше. Но спустя буквально пару месяцев произошла обратная ситуация. Все поняли, что им нужно срочно переходить из офлайна в онлайн, и работа стала выше крыши. То есть она в один момент пропала. Была такая шоковая терапия, да, а потом стало слишком много. И это, конечно, был интересный опыт. Vitrix 24 – это такая экосистема, в которой можно работать вот all-inclusive. То есть ты приходишь на работу, открываешь свой ноутбук и сразу, ну, нажимаешь кнопочку «Рабочий день», и у тебя перед глазами рабочая область, и все задачи, и все переписки, и электронная почта, и все документы, и видеосозвоны. То есть это ультимативный инструмент для удаленной работы. И сейчас наша команда, она такая несколько распределенная. И Bittrex очень сильно выручает быть на связи именно и по задачам, и на связи, как и в корпоративной культуре. Да? Например, в ленте Bittrex новостной мы периодически публикуем всякие мемасики, поздравляем друг друга с чем-то. Поэтому инструмент, конечно, незаменимый в нашей работе. Не сдавайтесь, ребят, предпринимательство может быть страшным, жестким, непонятным. Это нормально, не бойтесь. Мы нужны как пример, как вдохновление для других людей, для того, чтобы они совершали какие-то свои другие большие и маленькие подвиги, неважно. Поэтому вдохновляйте других.